Представители «Единой России» проконтролировали ход модернизации сельских почтовых отделений Малокарачаевского района. В республике в этом году модернизируют 15 почтовых отделений. На их базе появятся центры социальных услуг, что подразумевает расширение перечня услуг для граждан, предоставляемых Почтой России. Вместе с депутатом парламента Фатимой Кардановой проверить ход строительных работ отправилась и наша съемочная группа. Подробности далее. По всей стране началась масштабная модернизация почтовых отделений в сельской местности. Такое поручение президент России Владимир Путин озвучил на съезде партии «Единая Россия». И это стало одним из пунктов народной программы партии. «Единая Россия» взяла программу на особый контроль. На каждом объекте объем ремонтных работ немножечко отличается в зависимости от состояния самого почтового отделения. Где-то вошли внутренние работы и наружные работы, где-то только внутри. Но для нас самое главное, что внутренняя часть, она будет отвечать всем современным требованиям как пожарной безопасности, так и по видеонаблюдению и по техническому наполнению, которое, конечно же, должно вылиться в какую-то пользу для населения, для людей. Для нас очень важно, что почтовое отделение дополняется новыми смыслами, новым функционалом. В настоящее время Почта России является одним из основных государственных предприятий. Населению предоставляются разнообразные услуги, в которые включены не только основные функции – обмен письмами и посылками, но и дополнительные. Здесь оплачивают услуги, электроэнергию, Ростелеком, газ. Сейчас вот за мусор берем. Получают непосредственно посылки, отправляют посылки. Но самое главное, пенсию выплачиваем, льготы, детские пособия. То есть мы как кислород для села. На этот год в Карачаевский у нас попали 15 сельских отделений почтовой связи, которые идут под модернизацию. На данный момент во всех отделениях связи идут строительно-монтажные работы. В некоторых отделениях строительно-монтажные работы уже подведены в практические итоги. Именно сотрудников Почты России научат всему, и как обслуживать клиентов, по какой сфере у нас будет это центр социального обслуживания. Все это будет у нас обучение. Вот на данный момент идут у начальников отделения связи. Важно, что отделения Почты России станут по-настоящему современными и удобными для людей, независимо от того, где они расположены. Планируется открытие аптечных пунктов. Также почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов. Помимо этого, в данных почтовых отделениях начнут оказывать госуслуги по принципу МФЦ, в частности, создание и верификация профиля на портале госуслуги. Мурат Сантьозов, Ислам Румов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.